Александр Николаевич, там очень странные заявления звучат, и агрессивные заявления из Польши. Там некие генералы, которые когда-то были заместителями министра обороны Польши, заявляют, что в Белоруссии должно произойти некое восстание, что они поддержат боевые действия на территории Белоруссии, возможно, в связи с этим, и что Польше нужно к этому готовиться. Вот такие заявления звучат. Ну, к сожалению, они мои заявления не слышат. А вы, наверное, знаете, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся, ну, к восстанию, к революции. Я не знаю, к чему они в Беларуси готовятся. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному, ну, мы это знаем давно. Мы отслеживаем этих ребят, которых этот больной генерал, если я понимаю, что об этом речь говорил, что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны, ну, они так это называют. А на самом деле, ну, мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят.